Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня у меня будет очень короткое видео, но я хочу поделиться своей радостью. И мне пришла посылочка. Я очень давно хотела эту орхидейку. Сегодня будет распаковочка. Покажу, какую орхидейку я приобрела. Я случайно зашла в ТикТок и увидела, как там девочки покупают, продают орхидеи. Думаю, ну надо попробовать. Думаю, повезет, не повезет. И увидела свою мечту. Написала, и выпал мой номерок. Сейчас посмотрим, ее прислали или не ее. Посмотрим, как упаковали. Как она доехала. Все вам покажу. Подробно и расскажу. А как ухаживать за орхидейками? У меня есть на моем канале очень много видео. Как спасаю я орхидейки. Это все есть. Интересно заглянуть в серединку. Как ее упаковали. А ну-ка, она или не она? Ха! Фу! Еще упакованная, утепленная. Мы не будем распаковывать дальше, просто выну. Вау, она с цветочками. Народ, с цветочками. Какая красота. И, по-моему, даже не поломалась. Сейчас посмотрим, какой у нее корешок. Это, наверное, мультифлора все-таки. Невысокая орхидейка. Смотрите. Корешки у нее есть, но не очень такие хорошие. Точка роста нормальная будет. Цветонос не с точки роста. Я ее распаковывать пока не буду, дня три. Ну, я имею в виду вытрушивать с горшка, а то и больше. А сейчас... А потом пересадочку покажу вам. Сейчас покажу, какое чудо я купила. Это действительно чудо. Влажненькая, политая, смотрите. Это черная восковая орхидея. Даже не черная, а бордовая. Не знаю ее название. Сейчас посмотрим на горшок. Я обещала вам короткое видео. Это не большое видео. Нет, наверное, раскрою корни. Посмотрите, что они мне нравятся. Надо ее раскрыть. Посмотрите, какая красота. Вау! Какая красивая орхидейка. Посмотрите, как она блестит. Как она переливается. Сказка. Как я ее хотела. Как увидела. Блин, моя. Неважно, какие корни. Моя. Смотрите, какая красавица. Сейчас я ей освобожу корневую систему. Помою. И поставлю на адаптацию. Потому что тут видно, что нужно все освободить. Все в мхе. Вся. Ужас. Ничего, мы ее спасем. Главное, что она живая, красивая. Красавица моя. Смотрите. Ну, корни немножко есть, я вам скажу. Сейчас. Откроем. Снимем это крепление для цветоноса. Цветонос довольно тяжеленький. Не знаю ее название. Я еще не смотрела. Торфяной стаканчик обязательно вот этот надо убрать. Он уже, правда, сам отваливается. Видите, все подгнило. Как ее так оставить? Никак. Пусть немножко подсохнет. И будем ее посадим в другую систему. Главное, я сегодня сделала распаковочку той орхидеи, о которой мечтала. Мне ее как раз и прислали. Ну, тут есть зеленые корни. Она еще
не подцветет. Просто если бы я не убрала этот торфяной стаканчик, видите, оно уже начало подгнивать, все серединка. И она просто начала бы чахнуть дальше. Вот этот сухой вообще корешочек эти. Ну, сегодня мы не пересаживаем. Я просто выпотрошила все. Посмотрите, какая красота. Вау. Кто название знает? Делитесь. Лаковая. Красивая. Очень орхидейка красивая. А горшок, видите, какой грязный. Сейчас посмотрю, может, на нем что написано. А помещу я свою орхидейку. Вот такое синее кашпо. Оно без дырочек, без ничего. Я просто ее вот так поставлю. Наверное, цветомет придется подпереть, потому что он уж падает. Я не хотела его. Вот так. Поливать сегодня не буду. Она очень влажная. Вот. Все. И вот в таком состоянии она будет у меня стоять на адаптации дня 3. И посмотрим, как она будет себя чувствовать. Всем спасибо за внимание. Сегодня был приятный сюрприз. Мне прислали именно ту орхидею, которую я хотел. Она замечательная. Название на горшке я не нашла. А с корневой мы поборемся. Все будет у нее хорошо. Всем удачи, всем пока. До новых встреч. Все-таки я нашла название орхидеи на горшочке. Вот видите, Реликс. Наверное, ее так зовут. Все, теперь всем пока. Горшок очень сильно загрязненный. Я так пальцем поковыряла. Мох убрала. И смотрю название. Ура! Теперь я знаю, как ее зовут. Всего вам доброго!